Впервые чин освящения воды на Абаканской Дрине совершили в 2014 году по просьбе главы города Николая Булакина. Теперь простое для многих разовое моржевание превратилось в православный обряд. Хотя священнослужители отмечают, что главное в крещенский вечер – это не окунуться в Иордань, а прийти в храм на службу. Очиститься от грехов купание точно не поможет. Для этого в церкви существует исповедь и причастие. К Богу надо приобщаться, к вере, чтобы в будущем год чувствовать себя нормально. Несмотря на предостережения медиков и спасателей, люди, иногда совсем не подготовленные, спешат в ледяную воду за новыми ощущениями, драйвом, необычным селфи и, конечно, здоровьем. Очиститься, так скажем, в плане вообще душевном. Вода теплая. На улице 30, в воде минус 2. Вообще тепло. Всего в Хакасии определены 16 мест на водоемах, где официально разрешено купаться. По сообщениям спасателей и медиков, эта крещенская ночь обошлась без происшествий. На самых популярных местах для купаний специалисты МЧС и инспекторы по маломерным судам несли дежурство и 19 января. Олеся Калинченко, Виктор Буров, Игорь Брюханов. Вести, Хакасия.